Добрый день! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я расскажу о самых величественных, неповторимых и таинственных памятниках человеческой цивилизации. Древние каменные стены, украшенные замысловатой мозаичной плиткой, полы, потолки, расписанные гениальными художниками. Люди всегда придавали большое значение своим святилищам. А размеры этих памятников, трудозатраты на их возведение и неповторимость архитектурных решений вызывают смешанные чувства восторга и какой-то нереальности увиденного. Вот первый из них – Мачу-Пикчу, Перу. Знаменитый город инков был построен еще в 15 веке. Мачу-Пикчу расположен высоко на горном хребте, который доминирует над священной долиной Перу. Археологи предполагают, что город строился как поместье для одного из императоров инков – Пачукуту. Мечеть шейха Заида, Объединенные Арабские Эмираты. Это самая большая мечеть в Объединенных Арабских Эмиратах и восьмая по величине мечеть в мире. Здание было построено в период между 1996 и 2007 годами и до сих пор является одним из основных мест паломничества мусульман со всей планеты. Мескита, Кордоба, Испания. Еще одна средневековая мечеть, построенная в 784 году, была захвачена католиками и преобразована в Римско-католический собор в 1236 году. Мескита считается самым известным произведением мавританской архитектуры. Собор Святого Петра, Рим, Италия. Католический собор Святого Петра – крупнейшее здание Ватикана, почитаемое христианами всего мира. Именно здесь, вот уже несколько сотен лет, проводятся мистические церемонии Римско-католической церкви. Ангкор-Ват, Камбоджа. Этот буддийский храмовый комплекс является крупнейшим религиозным памятником в мире. Кхмерский король Сурьяварман II построил храм в XII веке. Храм Байон, Сиемрип, Камбоджа. А вот памятник уже кхмерской культуры. Храм Байон построили в конце XII века. Его отличительная особенность – это массивные каменные скульптуры, расположенные на многочисленных башнях здания. Храм Спаса на Крови, Санкт-Петербург, Россия. Знаменитый собор Воскресения Христова на Крови, или храм Спаса на Крови, был построен на месте, где смертельно ранили императора Александра II. Выполненный в классической русской манере, храм во многом напоминает Московский собор Василия Блаженного. Национальный военный парк Геттисберг, Геттисберг, США. Военный парковый мемориал посвящен самой кровопролитной и жестокой битве гражданской войны в США. Именно здесь решился исход противостояния Севера и Юга. Храм Боробудур, Индонезия. Весьма примечательный архитектурный комплекс занимает всю вершину довольно высокого холма. Храм Боробудур отличается необычной ступенчатой структурой, невероятно искусной росписью по камню. Ею покрыты многие стены и ступени постройки. Ну и, наконец, Тадж-Махал, Агра, Индия. Этот мраморный мавзолей был построен императором моголов Шаджахана. Безутешный властитель повелел возвести монументальную постройку в память о покойной третьей жене, Мумтаз-Махал. Строительство завершилось в 1632 году. Такие величественные, красивые и непохожие друг на друга памятники
действительно человечество. Очень впечатляет это зрелище. Ну вот и все на сегодня. До свидания. Мир вашему дому. До встречи.